Команда активно занимается, как я уже говорил, популяризацией здорового образа жизни. Очень много участвует на различных чемпионатах, как республиканских, так и мировых. Вот. И как бы эту команду знают уже на мировом уровне. Воркаут – это своего рода поднятие ОФП, то есть физической подготовки человека. Это некая ступень для прохода в более профессиональные виды спорта. Стрит-воркаут, например, это на самом первую очередь это здоровый образ жизни. Во-вторых, это нравится мне им заниматься. Им можно заниматься непосредственно от зала, от тренировок. Можно заниматься даже на улицах, на обычных турниках. Воркаут – это доступность. В основном тренировки проводятся со своим весом тела. То есть можно тренироваться всегда и везде. Если часто заниматься воркаутом, то взамен ты получишь крепкое здоровье, отличную выносливость и всегда будешь в форме.